Уж точно никакой депрессии не может быть у того, кто увлекается дельтапланами и имеет возможность видеть мир с высоты. Вообще-то, правильно этот аппарат называется дельталет – моторный сверхлегкий летательный аппарат с гибким крылом. Именно такой техникой увлекается могилевчанин Николай Путиков и его друзья. К ним присоединилась наш корреспондент Екатерина Балукова. Небо, девушка, сытные пятницы и дельталет. Самый красивый полет, конечно, это первый полет, он вспоминается навсегда, но все красивые полеты, это в основном полеты в облаках. Первый раз подняться в небо, такое ощущение, скажем так, непередаваемое. Словами это надо почувствовать. Самое классное в небе – это чувство свободы, когда ты летишь.